Я так и не смог достучаться до штаба. Похоже, опять глушилка. Надо найти и уничтожить. А пока мы сами по себе. Район, отмеченный на карте, в 3 километрах отсюда. Чем скорее мы закончим, тем лучше. Пророк! Черт возьми, пророк! Что за черт? Пророк, слышишь меня? Пророк, ответь! Ответь! Черт! Дамат, это майор Стрикленд из штаба. С вашим командиром только что пропала связь. Сигнал от костюма не поступает. Что у вас там за чертовщина? Пророк пропал. Повторяю, пророк пропал. У нас 2 убитых, а пророка только что схватила какая-то тварь. Она уволокла его в джунгли, он обречен. Сейчас мы тебя эвакуируем, сынок. Сиди тихо, а я пока быстренько организую бор. Никак нет, сэр. Я выполняю задание. Нам известно местонахождение Розенталя. Его держат на раскопе где-то рядом с корейской базой. Иду за ним. Уважаю, сынок, но помочь не могу. Наш спутник глушат корейцы. Если ты найдешь и обезвредишь генератор помех, я загружу свежие снимки и попробую найти твой раскоп. Понял, майор. Заранее спасибо. Выходим!
передача завершена. Принял, Наман. Отлично. Похоже, силы противника сосредоточены вокруг горы. Это поможет нам уменьшить потери. Кстати, мы нашли твой раскоп. Сейчас передам координаты. Вот. Советую раздобыть машину и двигаться по дороге. Генерал Кхон, послушайте. Результаты замеров крайне необычны. Надо понять, с чем мы имеем дело, прежде чем продолжать. Я уже устал ждать. Вы никогда не...
не были так осторожны на раскопках. Я знаю, что было в Хундуку, что там. Это другое. Другие находки. В Афганистане, в Сибири. Были сильно повреждены. Это первая целая находка в истории. Мы должны быть осторожны. Нет времени, доктор. Американцы уже на острове. Вопросы дипломатии меня не волнуют, генерал. А должны бы. Ваш Пентагон тут же все засекретит. Неужели вы думаете, что они предоставят вам такие же условия? Я понимаю. Мне просто нужно время. Съемка вот-вот завершится. Нас интересует только храм. Мне не нужны ваши черепки, доктор. Это не черепки. Это углеродный механизм. На 2 миллиона лет старше человечества. Сейчас это не важно. Храм – источник. Храм? Боже мой, да мы даже не знаем, что это. Не знаю даже, что будет, если его открыть. Так-так, пошли первые изображения. Что за... Не может быть. Там что-то движется. Не может быть. Боже, Кон, остановитесь, не делайте этого, слишком опасно. Вы же не знаете, что внутри. Папа, что с тобой? Елена, останови его. Уходи оттуда скорее, они еще живы. Кто жив? О чем ты говоришь? Находка, она живая, она... О, Боже! Папа, мы зафиксировали всплеск излучения в твоем районе. Что ты сделал? Уходи оттуда, быстро! Что за... Кто ты? Спецназ США, пора выбираться отсюда. Слава богу! Хон и мои, моя дочь, в той шахте в горах. Вам нужно найти их. Мы допустили ужасную ошибку. Что я наделал? Том объяснил. Я на раскопе. Срочно нужен борт. Он уже вылетел, сынок. Подходящая площадка в 5 километрах вниз по реке. Найди лодку и отправляйся туда. К тебе приближаются войска противника. Держись, парень. Сейчас будет жарко.
Вон, повторяю, площадка под обстрелом. Мы не сможем приземлиться, пока здесь не будет тихо. Зачисти площадку, Нуман. Как слышно? Я тут не один в нанокостюме. Да уж, черт подери! У них же не должно быть этой технологии! Слабое утешение, но их костюмы выглядят как дешевые подделки. Сейчас исправлю. Гриф, это Номад. Все чисто. Понял, Номад. Снижаюсь. Жди. Ждем сигнала к началу штурма. Авиация скоро прибудет, а мои ребята уже готовятся к высадке. Встретишься с ними и отправишься в самое пекло. Надеюсь, ты готов к войне, сынок. Понял. Сэр. Ты как, Номад? Я гляжу, ты живой, а? В курсе насчет пророка? Мне будет не хватать этого ублюдка. Теперь ты веришь? Похоже, Шут был не таким уж и чокнутым. Истинно так.